Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все те, кто любит детский футбол. Те, кто... Сударников на левом фланге, прострел. На опережение играет Данилин, смещается удар! И прямо в вратаря, в ближний угол. Передача, Носифов здорово включился, и можно создать опасный момент. Прострел, удар! И опять в вратаря. Шестает корпус, получает мяч на Букреева. Букреев стреляет в штрафную. Данилин! И снова в вратаря, удар! И мяч. Маркетесов. Маркетесов может убежать, один игрок всего перед ним. Смещается в центр и пробить, Дима! Пробить! Удар! Гол! Блестяще! Великолепно сделал все Дмитрий. Видел, что перед ним только один соперник. Спокойно сместился в центр, на широком шаге от него ушел. И пробил верхний правый от себя угол. Можно убежать. Можно снова убежать. Убегает Маркетесов. Кому бы сделать пас? Да некого там. Нет, какого штрафной. Маркетесов сам смещается, сам будет пробивать. Пас на Сударикова! Гол! Сразу же Спартак забивает второй, не откладывая дело в долгий ящик. И снова одним из героев эпизода стал Дмитрий Маркетесов. Протащил он снова по левому флангу. Сударников. И можно убегать, можно навязывать борьбу. Сударников, здорово, выход один на один. И пробить. Удар в ближний угол и прямо во вратаря. Пока. С использованием флангов. Еще одна подача. Пропускает. Ох, как же не попасть. На Сударикова, Сударников. Иосифов. На Данилина, Данилин разворачивает удар, и голкипер снова на высоте. Сенин на Ибрагимова. Ибрагимов вперед на Маркетесова, нет офсайда, выход один на один под правым углом. Удар, гол! На этот раз голкипер не смог справиться с этим ударом, 3-0. Мне кажется, не в ту сторону сместился он для удара. Данилин обыгрывает, выход один на один, Данилин, ох, всех он обыграл, но голкипер... 3-0, достаточно преимущество. Не реализовывали первые минуты моменты. Ну, порадовал, что именно в первой половине матча моменты создавались. И создавались они так, как мы именно хотели. Качественно, быстро и запланированно. Хотели забить быстрые мячи, но именно с этим связывал. В общем-то, эти игроки умеют забивать, умеют